Листовки с правилами пересечения железнодорожных переездов и профилактические беседы с автомобилистами. Сотрудники РЖД провели рейд по безопасности, ведь в последнее время участились несчастные случаи на ЖД-путях. Сегодня мы проводим это мероприятие на переезде 12-го километра Усовской ветви. Раздаем памятки водителям транспортных средств по безопасному проезду через дорожные переезды, чтобы они не нарушали. Такие акции проводятся ежемесячно. Они напоминают, что при подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан соблюдать требования дорожных знаков, светофоров и разметки. Прежде чем пересекать пути, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. По дистанции пути у нас 23 железнодорожных переезда, из них 4 охраняемых. Мы также проводим ежегодные мероприятия, работы, чтобы обеспечить надлежащее состояние железнодорожных переездов, проводим асфальтировку. В этом году заасфальтируют еще 6 переездов. Уделяют внимание и благоустройству прилегающей территории. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».